Привет, ребята! Вы на канале Пасян Kids Channels. Подписывайтесь и будем играть в веселые игры вместе с нами. Кеша и Туча затеяли соревнования по бадминтону. Помоги медведям собрать сетку. Соревнования по бадминтону открыты! Ура! Ну, тученцы, держись! Ага, еще посмотрим, кто кого! Поехали! Выбери, кем будешь играть. Ух ты! Ничья! Как ничья? Я должен был победить! Играем еще раз! Хорошо, играем! Спасайте, кто может! Собери вещи для пикника. Развесь мокрые вещи на веревку. Плед. Это возьмем. Подушка. Это то. Рюкзак. Это то. Ракетка. Это возьмем. Волан. Это возьмем. Поставь посуду под мокрые вещи. Это возьмем. Это то. Это то. Это возьмем. Это возьмем. Эх, дождик, дождик, испортил ты нам всю игру. Вот бы знать заранее, какая будет погода. Мы бы тогда знали, устраивать там соревнования или нет. А ведь это можно! Есть одна примета, народная! Пошли на улицу, сейчас покажу! Собери пазл. Нажимай на квадраты, чтобы открыть мини-игру. Какая фигура продолжает последовательность? Ух ты! Нет! Красота! Перетащи недостающий кусочек картинки. Красота! Нет! Здорово! Нет! Да! Выбери фигуру, которая подходит к остальным. Нет! Ой!
нравится? Так. Ой. Здорово. Забавненько. Как выглядит плед, если смотреть на него сверху? Нет! Крыса! Нет! Нет! Вот! Следить за птицами. Если птица летит низко над землей, это к дождю. А если высоко в небе, это к хорошей погоде.